Привет, мои хорошие! Ко мне пришла посылочка от Василька из Иваново. И вот такой вот огромный мешок. Смотрите, какой пришел. Сейчас будем распаковывать и посмотрим, что же там я заказала. Мне уже не терпится посмотреть. Люблю подарочки, как и любая женщина. Ну что, давайте будем смотреть, что же мне там пришло. Во-первых, я заказала две подушечки 40 на 40. Вот такие маленькие, пух перо. Они по 195 рублей. Это вот просто может быть сюда на декорацию. Иногда бывает телевизор, смотрю, под голову хочется положить. И заказала две наволочки. К этим подушкам. Одна наволочка вот такого цвета. Симпатичная, да? А другая вот такого цвета. Ну, вот так вот. Я заказывала специально наволочку такую, чтобы она была мягенькая, нежная, чтобы приятно было ее положить под лицо, под голову. Кстати, наволочки, я не сказала, наволочки плюш-велюр, а стоят они по 140 рублей наволочки. Они на молнии. Дальше, что еще такое огромное заказала? Я думаю, что такое огромный мешок? А вот оказывается две подушки и вот такое махровое покрывало. И цвет очень приятный. Вот это покрывало махровое. Написано полотенце махровое, Туркменистан. 430 грамм на метр квадратный. Небесный цвет. 155 на 220 размер. Сейчас я его хочу посмотреть. Ну, по краям он обыкновенный, там нету никаких узоров, вот, и вот такое вот махровое покрывало. Но я люблю махровым накрываться покрывалом, потому что это чистый хлопок, никакой синтетики, а мое тело любит хлопок, не любит синтетику. Но цвет небесный, такой красивый. Это покрывало стоит 934 рубля. Так, ну остальное пошло уже из одежды. Водолазка вот такого розового приятного цвета. Она идет под горло, но не заворачивать горло, а просто вот так под горлышко. И она вот такой вот, как бы показать. Это трикотаж. Я чувствую, что здесь вот чистый трикотаж и нету синтетики. Ну-ка посмотрим, сейчас проверим. Да, написано хлопок 100%. Вот. Вот такой вот приятный цвет, мне нравится, освежает. Водолазка стоит 434 рубля. Размер я заказываю всей своей одежды 52 размер. Но это надо будет одеть и посмотреть. Дальше я заказала вот такой вот красивый, яркий, махровый халат. Рукавчик где-то вот до локтя идет. Он идет на молнии.
И по бокам внутренние карманы вот такие вот. Ну тоже, вот мне понравился вот такой вот яркий цвет, приятный. Вот и голубой мне нравится, и вот эти вот полоски разноцветные нравятся. Прекрасно, тоже нужно померить. Стоит 754 рубля. Дальше, что еще из одежды? Ну тоже, вот я же люблю халатики, туники. Вот тоже на молнии трикотаж с поясочком идет. Это вот такой вот халат. Накладные кармашки вот такие вот, хорошие, глубокие кармашки. Идет на молнии. На ощупь, ну это чистый хлопок, это я знаю. Стоит 588 рублей. Вот такой вот халатик. Вот это вот яркое платье, туника с цветочным принтом. Тоже мне понравились тут цветочки. Здесь внутренние карманы с одной стороны и с другой стороны. Молнии тут нету. Ну, вот такие цветочки, тут лебеди, красиво. 532 рубля стоит вот эта туника. Платье-туника. Женская сорочка на кнопках-застежках. Вот такой рисуночек тут. Внизу обшито вот таким. Такая как кайма внизу. И здесь кнопки-застежки. Без рукава, как раз то, что я люблю. 434 рубля стоит вот эта вот туника-сорочка. Но я эти сорочки ношу как тунику по дому. По дому это то, что нужно прям. Ну и заказала я еще пижамку. Сейчас посмотрим.
Вообще вот эта пижамка, чем мне понравилась, тем, что здесь вот вроде бы как однотонный, да, тон, но здесь есть какой-то вот такой рисунок. Вот видите, да? И он очень интересно как-то смотрится. В общем, пижамка эта тоже на кнопочках. Кнопки застежки впереди. Рукавчик 3/4 рукав. Три четверти — это хорошо. Дальше брючки идут. Внутренний карман с одной стороны, с другой стороны. Здесь резинка есть, не вшитая, но я чувствую, она такая просторная, не будет давить мне. И внизу сделано брючками. В общем, мне нравится. Тоже такой вот костюмчик для дома, вот то, что нужно. Ну вот и все, все мои обновочки я вам показала. Обновочками довольна, я сама себе угодила вообще, то, что нужно. Ну а на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч, пока-пока!